как. Идем на водопады. Сейчас будем снимать всю эту... Водопады будем снимать и океаны. Океаны будем снимать потом, водопады сейчас будем снимать. Смотри, там крутишь прям так вот. Велосипед такой воздушный. Кайвей отдыхает. А вон, смотри, там какая пещера, в нее даже можно тоже залезть. Да, полезли. Полезли. В общем, вот такие, друзья, здесь водопады. Интересные. Вот Таня. Сейчас мы попробуем прикоснуться к этому водопаду. Какой он тут. А, я их облился. Но ощущение классное, освежающее. Сейчас мы, Таня, лезет в пещеру. И мы тоже лезем. В пещеру лезем. Какая-то интересная интересность. Сейчас главное не навернуться тут. На этой пещере. Вот это да! Кто-то на потолке даже написал, залез. Ничего себе, какой цикл. Вот такой вид сверху. Сейчас мы полезем на гору. Вот так, друзья, мы забрались на небольшую гору с водопадом. Вот тут Таня немножко забралась, а я вот здесь забрался на такую горную кручину. Тут вот сейчас полезу вот так вот наверх и тоже что-нибудь напишу. Вон там написано Света, а я напишу там Таня. И вон туда потом спрячусь в гору и буду жить как отшельник. Сейчас мы пойдем на дольмен. Дольмен Джубга. Сейчас мы заснимем, что там внутри. Че не видно? А мы чтим человеку. Дальнее. Вот на этом мы поедем. Здрасте. Здрасте. Мы приехали на какую-то базу здесь. Зоопарк, здесь есть тарзанка, и здесь есть лечебные грязи. Сейчас мы будем Таню лечить грязями, а меня тарзанками. И потом нас съедят дикие звери, львы какие-то, и страусы увезут в Африку. Сейчас мы это все будем проделывать. Давай, катись. Прикольно. А все. Таня лезет лечиться грязями. Вот какая Таня получилась. Грязевая. Все прекрасно. Оздоравливаю. На глаза. Так, мы пришли в мини-зоопарк. Вот они какие козлухи. Смешные. Эй, тут какие-то уточки. Сейчас они тебя. А вот этот какой мохнач. Павлины какие-то. И вот это красивый. Будешь драться? Походи на бой. А вот какой грустный. Ну, вот этот пушистик. Походи на бой. А ну, выходи. Нет? Не хочешь? Ну, как хочешь. Не хочешь драться со мной. Привет, енот. Привет. Красиво. Как дела? Как дела, дорогой? Ты тебя грустишь ты тут, да? Грустишь. Не кормят тебя нормально, нет? Сейчас у меня... Ой, ух ты, он тебя камеру может отстопнуть. Откусит. Сейчас раз на полметра и съел кого-нибудь. Какой там? Вот какой. Неплохо. Я поеду. На меня что-то налилось. Я весь мокрый.